Привет, меня зовут Катя Харитоша, и сегодня будет видео с анбоксингом по случаю прохождения меня в топ-15 Nix Face Awards Russia 2019. Для начала я хочу поблагодарить вас за то, что смотрите мое видео, а также благодарю, что уделили ваше время для меня, чтобы зарегистрироваться на сайте и поставить ваши лайки моему конкурсному видео. Я прошла в топ-15, и по этому поводу Nix Cosmetics прислали целую коробку косметик, а также поздравляшку. Поздравляем, Катя Харитоша, ты в топ-15. Красота и искусство спасут мир, и ты наш супергерой. С предвкушением ждем твой следующий шедевр на Face Awards Russia 2019. И это, собственно говоря, тема следующего этапа. Ожившее искусство. Вы только посмотрите на эту коробку, ведь здесь все картинки отражают тему следующего этапа. Ожившее искусство. Еще раз отмечу, что до конкурса с многими продуктами компании Nix Cosmetics я была просто незнакома. У меня буквально есть 10 продуктов и все. Но благодаря прохождению в топ-30 произошло мое огромное знакомство с продукцией, и очень-очень многие продукты я уже полюбила, даже рекомендую своим друзьям и клиентам. Сейчас посмотрим, что же в этой коробочке. Итак, кремовые оттенки SFX в 5 оттеночках. Это желтый, пурпурный, белый, фуксия и черный. В предыдущей конкурсной работе я уже их использовала. Они мне очень понравились, особенно они хорошо легли как основа под макияж, под рисунок, и идеально продержали сухие текстуры на себе. Минеральная прозрачная пудра для лица, для фиксации макияжа. Она в прошлой коробочке тоже была, но я ее еще не успела попробовать, а здесь бонусом еще и вторая появилась. Спонж для экстра точного нанесения макияжа. Спонжи я люблю, хотя в работе их в последнее время достаточно редко использую, но спасибо, это очень приятно. Так, две коробочки, и это у нас гелевый хайлайт в оттеночках Luminous и Opalescent. Очень приятная формула, гелевая, с мерцающими частичками. Я думаю, что очень круто будет смотреться именно на теле. Ну, может быть, и на лице тоже круто. 4 пары накладных ресничек, и в этот раз даже есть очень естественные реснички. Это Скандал, это Флирт. Это романтичные, Bashful, и это Wicked Lashes, злые ресницы, опасные, но красивые. Праймер, основа для пигментов для тела. Откроем. Праймеры нам нужны для того, чтобы сохранить наш макияж на более длительный срок. И в данном случае, раз это база для пигментов, то приклеить пигменты, чтобы они как можно дольше держались. Это такая очень приятно плотная кремовая формула, которая при нанесении становится прозрачной, без запаха. Цветная жидкая подводка для глаз в 3 цветах. Жидкий лайнер для контура глаз белого цвета. Этот лайнер просто палочка-выручалочка для каких-то финальных акцентов, финальных линий, потому что без вот этой белой линии работа смотрится какой-то незаконченной. 3 пигмента для создания тональной основы Pro Foundation Mixer. Оливковый, белый, опальный. Опальный. Что значит опальный? А, он сияющий. Миксеры такие очень нужны в работе, в создании красивых креативных макияжей, либо просто для создания коммерческого макияжа ежедневного. Просто добавляете капельку в свой тональный крем, если желаете сделать его потемнее, посветлее, либо более сияющий. И все, каких-то дополнительных тональных основ не нужно. Стойкий праймер Total Control Drop Primer служит как подготовка к нанесению макияжа, выравнивает микрорельеф кожи, увеличивает стойкость декоративной косметики. Он с пипеточкой. Что это такое? А, керлер. Забавно. Керлерами я пользуюсь редко, но иногда они очень нужны для того, чтобы подкрутить прямые реснички, либо очень жесткие.
спасибо. Праймер, выравнивающая основа под макияж Angel Veil. О ней я тоже очень много слышала. Она достаточно популярная в NYX. Плотненькая. Она вроде служит как затирка для пор, но выравнивает прям сразу. Спрей-фиксаторы, матирующие, сияющие, они тоже уже были в прошлой коробочке. Я их еще даже до конца не использовала, мне кажется, даже половину не использовала, но спасибо, это очень приятно, что их снова положили. Жидкая помада с глиттером, Glitter Kohl's Liquid Lipstick, целых 5 оттеночков. Это матовая помада с металлизированным эффектом. Красивые мерцающие оттеночки, которые, как говорится на сайте NYX, превращаются потом в красивый глиттер на губах. Целых 7 глиттеров для лица и тела и 4 рассыпчатых пигментов с перламутровым финишем. Это огонь просто. Они очень-очень сияющие и очень красивые. Тушь. Представляете, тушь? Сколько анбоксингов я не смотрела, участники всегда говорили, что им не хватает туши в боксе. А сейчас положили. Это успех. Матовая жидкая помада Lingerie в 17 и 20 оттенках. Очень приятная невесомая кремовая текстура и удобный аппликатор. Блеск для губ Duo Chromatic с голографическим эффектом. Это очень сверкающий оттенок блеска с 3D-эффектом и глянцевым финишем. У меня это оттенок Cocktail Party. Liquid Suede – жидкие помады с матовым покрытием, с бархатистой текстурой. 3 вечерних оттенка – 03, 12 и 2. Новинка от NYX Cosmetics – 2 палетки пигментов. Финиш больше похож на металлический, и в каждой палетке по 6 оттенков кремовой текстуры. Знаете что? Именно этот оттенок помады Suede я подарила очень яркой девушке. Так вот, эта помада снова ко мне вернулась, и она снова в коробке. Поэтому буду теперь тестить сама. Также 4 карандаша Slim Eye Pencil, 2 карандаша Jumbo и праймер для губ. Такая очень-очень красивая коробочка Amour Amour Electric Kiss от Cacharel. Аромат сам по себе такой достаточно насыщенный, сладковатый. Собственно говоря, мне немножечко напоминает даже предыдущий по резкости, наверное. Но предыдущий Yes I Am мне тоже очень зашел. Я им пользуюсь. Думаю, что и к этому тоже перейду. Далее это продукты от Garnier. Это тканевая маска для кожи вокруг глаз и масочка для лица. Все идут с увлажняющим эффектом. Масочка еще придает сияние. Также вот эти два дружочка. Это скраб. И это гиалуроновый алоэ гель увлажняющий. Попробовав его в магазине, мне очень понравился его аромат и его текстура. Она достаточно приятная, такая среднеабразивная и очень-очень вкусно пахнущая. Уже тогда я решила, что когда закончится мой скраб, я куплю именно этот. И вот этот малыш оказался в коробочке. Спасибо, Garnier. И та-да-да-дам. Футболка от Nike Air. Очень красивого, сочного цвета. Наверное, мужская опять. Женская. Спасибо большое, Nike, что шлете такие красивые футболочки. Таких сочных цветов. В таком красивом боксе. Но размер L. Сколько меня тут будет? У меня 3, наверное, сюда поместится, да? Всем спасибо большое за просмотр, спасибо за ваши лайки, спасибо за то, что смотрите мое видео, то, что комментируете. И еще раз спасибо компании NYX Cosmetics Russia за такой замечательный конкурс, как Face Awards Russia 2019. И мы увидимся в следующих видео. Пока-пока!